Мы, пожалуй, начнем с самого достойного и огромного предложения. Обожаю большие размеры. Мы предлагаем вам покрывало «Винтажные цветы», представленные у нас в двух размерах. Один размер 200 на 220 сантиметров, а второй размер бьет все рекорды. 230 на 250 огромный сантиметров. Огромный евроразмер. И «Винтажные цветы» — это особенное предложение, изюминка нашей осенней коллекции. Посмотрите, какие манящие тона использовали дизайнера. Нежный вкус топленого молока, потрясающий вкус, такой вот вкусные оттенки. Это здорово, потому что они привлекают внимание, они расслабляют, они дарят нарядность вашему интерьеру. Топленое молоко, нежный цвет айвори или цвет слоновой кости очень красивый. И, конечно, в центре внимания купонный принт композиции из терракотовых цветов. Покажу. Идеальное сочетание с нашими шторами. Так что это ваше вот такое вот неповторимое пространство дома в осенних тонах. Готовый интерьер от дизайнера, вашего личного дизайнера Юлии Колосовой. Это комплект штор и это покрывало. Сегодня цены вас будут безумно удивлять. Как здорово, Юлечка, что мы можем приобрести лучшие предложения, создать новый интерьер с минимальными затратами, особенно когда мы наблюдаем прямое. Совершенно верно, и это очень легко и просто сделать, добавив в оформление комнаты, гостиной или спальни два акцента. Первый – это центр комнаты. Там у нас винтажные цветы, роскошный купонный принт, блистательный эко-шелк. И дополните этот комплект шторами. Шторами оранжевое настроение. Идеально тон в тон композиции в центре винтажных цветов. Посмотрите, насколько это будет гармонично. И спальня, конечно, будет привлекательной. И там вы просто по-настоящему отдохнете и получите удовольствие от отдыха. Вот это ты хорошо сказала, отдохнете. Когда смотришь на такие теплые, спокойные оттенки, сразу, правда, глаз радуется и отдыхает. Знаешь, сразу домой хочется стремиться, когда знаешь, что у тебя дома тепло и хорошо. А мужья наши задерживаться в гараже с друзьями точно не будут. Будут бежать, сломя голову, в свой теплый, уютный дом. Юлечка, ты знаешь, я вот смотрю на этот блеск и все-таки хочу тебе задать вопрос. Насколько он практичен? Потому что все женщины папки на блестящие вещи, а потом локоточки кусают. Ну, хороший вопрос, ты практичная хозяйка. Олечка, действительно, в светлых тонах выполнены винтажные цветы. И, конечно, вопрос такой возникает. Но не переживаем, уход за покрывалом минимален. Обычная машинная стирка. Ведь это качественный, прочный эко-шелк, ткань нового поколения, ткань 21 века, а то уже и 22-го, иногда я даже так говорю, потому что технологии идут далеко вперед и повторяют красоту натуральных тканей. Сегодня аналоги и заменители, но превосходят именно по практическим свойствам, которые так тебя интересуют, Оль. О, как здорово, мне очень нравятся наши акции, с этим шопинг становится гораздо удобнее. А ваша комната гораздо красивее, с покрывалом винтажные цветы. Посмотрите, как такая приятная и нежная терракотовая палитра, сливочная ириска, молочные цвета. Сколько благородства подарит интерьеру винтажные цветы. Блеск эко-шелка добавляет картине еще больше нарядности и даже некой помпезности даже. Очень здорово, что именно к осени дизайнеры сегодня нам предлагают такие роскошные вещи, которые действительно делают уют теплым. Потому что в холодное время года нам этого ох как не хватает. Юлечка, скажи, пожалуйста, я обратила внимание, что здесь не только объемный рисунок, здесь еще и ткань такая объемная. За счет чего, расскажи, пожалуйста. Вот ткань как раз-таки, конечно, объем дает за счет блеска и за счет стежки. Стежка выполнена без ниточной технологии, ультрастеп технология она называется. Она надежно скрепляет все слои между собой и действительно дарит нашим винтажным цветам вот такой роскошный объем. Выглядит красиво, выглядит нарядно и достойно, и очень красиво перламутром переливается полотно. Здорово, что этот блеск не уходит после стирок. Это вдвойне приятно мне, как эксперту. Да, и мне тоже, как потребителю, как телезрителю. Мне нравится, знаешь, что вот на нашем телеканале Шоп-н-Шоу мы предлагаем, во-первых, вот такие вот предложения, которые очень подходят под осеннюю тематику, которые практичны, которые можно стирать у себя дома в стиральной машинке. Но особенно мне нравится, что наши телезрители рассматривают капитально наш новый интерьер в студии и приобретают сразу два покрывала. Ведь все заметили, что покрывало у нас и на диване, и в гостиной. Именно так поступаете и вы. Слушай, а почему такие большие размеры у нас сегодня? У нас действительно редкий, увеличенный евроразмер. 230
30 на 250. Вы закроете полностью кровать в вашей спальне. Она будет выглядеть дорого, роскошно. Вы добавите нотки благородства в ваш интерьер. Они будут выглядеть, ваши любимые места отдыха, диван или кровать, всегда шикарно. Потому что не спадает аж до пола покрывало. И, конечно, это выглядит очень пышно. Слушай, как шикарно выглядит наш диван. Очень часто случается, знаешь, вот дырочка, царапинка, если кожаный диван или под кожу, да, сделаны, или что-то пролили на диван. И сразу думаешь, так, новый диван, боже мой, 16, 20, 30 тысяч рублей, это еще так, эконом-класс. И сразу думаешь, ладно, новая обивка. Новая обивка тоже стоит уй-уй-уй сколько. Вот оно решение, правда? Идеальное решение, если вот такая проблема у вас возникла, о которой Оля сейчас рассказала, нужно обновить мебель, это тоже можно сделать с помощью покрывала «Винтажные цветы». Создайте свой блистательный интерьер. Конечно же, сегодня для вас особенное предложение. Новая коллекция, осенняя коллекция самого лучшего домашнего текстиля. Блистательный интерьер вы создадите с винтажными цветами. Роскошная, благородная, лаконичная, с фарфоровым принтом покрывало из эко-шелка. Прочная, в двух огромных размерах. Выбирайте, даже есть увеличенный евроразмер 230 на 250. Юль, как ты считаешь, а вот в качестве подарка можно подарить покрывало «Винтажные цветы»? Понравится всем? Я думаю, Оля, будет прекрасным подарком «Винтажные цветы», потому что оно особенное. Это покрывало повторяет лучшие традиции вышивки, лучшие традиции кружева. Если его разглядеть внимательно, там столько элементов придумали дизайнеры. Так что как будто это вот дорогой фарфоровый поднос, фарфоровые такие вот принадлежности царского порядка. Царские покрывала сегодня мы вам предлагаем в роскошных королевских размерах. Не пропустите, но и цена, она умопомрачительная. Действительно, в магазинах таких сейчас цен нет. Звоните прямо сейчас.